Всем привет! Вечером будет мукбанг. Я сейчас пока что... Короче, мы решили после того, как 1 числа заказывали роллы, я вам хотела заснять видео. В общем-то, я засняла. Потом я там спалила номер этих, у кого заказываем. Потом у меня там еще что-то случилось. Короче, я даже не выкладывала. Вот. В общем, 1 числа мы заказывали роллы. Она у меня, ну, типа, как был мукбанг, но я ничего не снимала. Только сняла то, что мы заказали, говорю, сейчас у нас будет мукбанг. Потом у меня все сбилось, все, у меня там что-то ничего не получилось. Короче, как-то все у меня пошло не по плану. Сегодня мы решили опять заказать. Заказываем мы, значит, Калифорнию. Это мне капа-маки с огурцом. Это мелким. Самым простым такие заказываем. Эби-фрай. Это мне, и Эбби Цезарь, это маме. То есть, как вы поняли, у меня две порции, вот. Либо Калифорнию, либо Эбби Фрай я оставлю на вечер, чтобы хотя бы вам заснять мукбанг, вот. Калифорния стоит 230 рублей, капа-маки стоят 80 рублей, больше мы никаких цен не знаем. То есть, на Эбби Фрай и Эбби Цезарь мы не знаем стоимость, вот. Но там где-то около 600 рублей. Вот. То есть там где-то около 600 рублей. Вот так. Сейчас я буду делать салат. Мама попросила сделать салат. Мы сейчас жарим шпикачки. Точнее, будем жарить. Беру большой ножик. Петрушка, укропчик. Ну, это, в принципе, как бы не салат, а... Это получается что? Это получается, типа, как соус такой к шпикачкам и шашлыку. Как говорится, лето пошло, и каждый день жарим шашлычок. Мы 2 дня назад жарили шашлык, сегодня мы решили пожарить шпикачки, заказать нам с мамой мелкими роллы. Я вот такой вот зеленый лук, если честно, не могу вообще терпеть. Поэтому мне даже противно держать в руках, если честно. Сейчас я сделаю что? Вот эту вот штуку. И буду кормить котят. У них же, не помню, говорил я вам или нет. Но у них это, по пальцу себе. Но у них расписание еды. Вот. Я боюсь, что у меня будет когда-нибудь, на этой неделе, если я не переделаю, то у меня будет перелом. Не перелом, а... Не знаю, не помню, как это называется. Ну, короче, типа трещина в ногте. Я ее сломаю, скорее всего. Ногти у меня, кстати, свои. Очень большие. Вот я с ними хожу чуть больше 3 недель. Потом сразу же их переделываю. Вот. И, знаете, у меня прям хорошее впечатление, что в этом году я еще, вот сколько я уже в этом году сделала ногтей, я еще ни разу не сломала. Нет, конечно, отслоек у меня очень много, но отслойки это не самое страшное. Вот.
Ну, кто делает ногти, тот знает, что отслойки — это не самое страшное на ногтях. Отслойки — это просто там, где, там, к примеру, если вы делаете у мастера, то там отслойки идут там, где мастер не промазал праймером, ну, или там наложил мало... базы, вот и все такое. Так вот, у меня небольшое разговорное видео получится, может даже большое, где-то в минут 10. Как раз посмотрим, за сколько у меня будет готов салат. Что же я его салатом не называю? Когда позвонили, наверное, уже где-то минут 15 назад, может, даже побольше. Мы позвонили, и нам все-таки говорят: ждите, типа, минут через 40. Вот. Он не минут через 40 сказал, а через 40 минут все будет готово, мы, типа, вам позвоним. Через 40, обычно где-то через часок, мне всегда говорят. Как вы уже поняли, что у меня бабушки нет давно влогов и никаких там мукбанков, разговорных видео. Но я к бабушке хожу, вы не переживайте. С Тимошей тоже все в порядке. Еще подумайте, что она его там, к примеру, выкинула или что еще с ним сделала. Бабушка у меня не такая. За ним, обрабатывает его. Можно сказать, она у меня его отобрала. Вот. Я вообще не соображаю, как резать петруху, потому что петрушку вообще невозможно резать. Вот так это все много получилось. Прямо такая целая тарелка. Теперь мы все это дело солим. Соль берем с собой на улицу, если кто-то вдруг там не досолил или еще что-то. Потому что мама любит посольнее. Кстати, вчера делал торт Сникерс, коржи мы брали, но он получился просто настолько очень вкусный, что мы съели половинку. Еще сегодня утром кусочек. И вообще, и просто с чаем утром. И все. Настолько вкусный. Короче, соус я буду добавлять. Соус барбекю с ароматом дыма. Такой от Махеев. Я не знаю, в каких пропорциях их добавлять, поэтому я добавляю, так скажем, на глазок. Порция у нас большая. Вчера я добавляла меньше. Вчера, потому что порция была меньше. Естественно. Майонез добавляю точно так же. Майонез у нас тоже от Махеев. Провансаль. Вчера только покупали, так как все это любят. Вот этих вот две упаковки мы вчера брали. Еще брали, ну да, в принципе, эти две упаковки мы брали. Еще брали с Цезарем. Цезарь уже вообще разошелся. Сегодня утром мама съездила, когда поехала какой-то там чай, кофе, что у нас там закончилось.
Вот. Мы даже вот эту вот с мамой взяли сырный соус, потому что сырный соус у нас тоже расходится. Вот, он даже вот еще не открыт. Новенький. Неиспользованный. Чтобы вы понимали. Вот это, кстати, даже какой-то пожелтей. Какой-то мы тогда брали тоже от Махеев, потому что Махеев очень вкусный, еще Хайнц тоже вкусный. Вот, и у Махеев вообще всегда вкусно. Вот. Сейчас я размешаю это все. Соуса много не надо, чтобы не только был вкус соуса, ну и всех вот этих вот прибамбасов. В принципе, когда вот я перемешала сейчас соуса, сейчас поставила телефон на паузу, мама такая говорит, поешь за роллами. Они уже приехали, чтобы вы понимали. Сейчас я вам покажу. Вот. Скорее всего, эбифрай я оставлю на вечер. Ну, вам всем пока. Ждите вечером мукбанга. Это видео я тоже выложу вечером.